Известный одесский блогер Сергей Галицкий подготовил очередной материал о достижениях Михаила Саакашвили и его команды в Одесской области. Итак, грузинский реформатор организовал строительство и нашел источник средств на стратегическую дорогу Одесса-Рени с выходом на границу Румынии. Начато строительство переправы Орловка-Исакча, Украина-Румыния. Это стало возможным после увольнения приемной дочери Шокина, которая, будучи на должности прокурора, шантажировала инвесторов. Сдача объекта – лето 2016 года. Проходимость – 1000 автомобилей в сутки. Благодаря жестким условиям Саакашвили, инвесторами Одесского аэропорта взято обязательство на запуск нового терминала в первом квартале 2016 года. Намеченная пропускная способность – 2-2,5 миллиона пассажиров в год. Мэрия Стамбула берет на себя все расходы на реконструкцию Стамбульского парка возле Потемкинской лестницы – результат переговоров Саакашвили. В конце января – форум для турецких инвесторов в Одессе. Достигнута договоренность с Wizz Air об организации рейсов в Италию, Испанию, Германию, Францию, а также страны Скандинавии после сдачи нового терминала аэропорта. Это одна из дискуссий, которые мы сейчас ведем. Очень важно, чтобы увидели, что работы здесь завершены, чтобы мы начали разработку рейсов с нашей стороны. Я надеюсь, что в следующем году мы начнем перелеты. В Одесском аэропорту введен режим открытого неба, чему ранее препятствовал Коломойский в интересах своей МАУ через своего ставленника в госавиаслужбе. Открытое небо означает снятие украинскими властями в одностороннем порядке ограничений по выполнению полетов, по количеству авиаперевозчиков и рейсов. Заместитель Саакашвили и руководитель одесской таможни Юлия Марушевская презентовала проект создания в Одесском порту открытого таможенного пространства. Весной 2016 года откроется новый терминал одесской таможни. Благодаря противостоянию Саакашвили с Яценюком выровнены тарифы на всех таможенных пунктах Украины. Этим решением он убрал коррупцию по выбору выгодных мест растаможки для всей страны. С одесской таможни ушли незаконные площадки, работающие по незаконным схемам. Марушевская призывает сообщать ей лично о фактах коррупции. С 15 января открывается конкурс на должности в новом терминале открытого мытного простору. В обязанности таможенников будут входить консультации и заполнение документов, которые ранее не обходились без брокеров и дополнительной платы. За последние два месяца удалось уменьшить время растаможки в среднем на 23 минуты. Значительно уменьшено количество взвешиваний и досмотров. В некоторые дни буквально единицы от общего потока. Такое доверие пока оказывается только странам из списка 30. Китай пока что не входит в этот список ввиду низкого доверия к документам. Своей первой акцией и активной позицией по сносу заборов на побережье Саакашвили остановил частную застройку береговой линии и открыл подконтрольные МВД и СБУ пляжи для граждан Одесской области. У кошельков больше не возникает желания нарушать водное законодательство. В октябре 2015 года запущен в работу Центр админуслуг. На январь 2016-го предоставляется 57 видов услуг. Создан портал с открытой информацией об имеющихся в больницах бесплатных лекарствах. Больницы обязались обновлять информацию. В базе проекта iGo в конце 2015 года открыт доступ к социальным услугам, касающимся оформления выплат, субсидий и обращений граждан. В Одесском военно-медицинском клиническом центре ремонтируют отделение хирургической инфекции. Ремонт не проводился со дня постройки. Одесская область впервые попала в проект Международного банка с программой аудита детских учреждений, интернатов. Подписано соглашение с международной благотворительной организацией «Hopes and Homes». Детские дома больше не будут тюрьмами,
для малолетних. Разработан проект реформирования системы защиты детей на районном уровне, в основу которого заложен переход от интернатов к детским домам семейного типа. В течение 3-5 лет в Одесской области ликвидируют интернаты. Об этом сегодня заявила заместитель председателя облгосадминистрации Мария Гайдар. Региональные власти подписали соглашение о сотрудничестве с международной организацией по реформированию системы социальной защиты детей Hope and Homes for Children. Назначены новые главы всех районов Одесской области. Назначение состоялось после прохождения открытого конкурса через комиссии. Через комиссии назначены также главы департаментов Одесской государственной администрации и Центра обслуживания граждан. Сокращено число сотрудников администрации с 800 до 400 человек. 5 сентября 2015 года открыт антикоррупционный офис. Приглашены волонтеры и специалисты. Саакашвили – один из инициаторов и организаторов антикоррупционного форума, действующего на постоянной основе. Взята с поличным 1,5 миллиона гривен руководитель департамента ЖКХ Марченко. Она не прошла конкурс и работала временно исполняющей обязанности. Арестован за взятку начальник полиции города Одессы Макуха. Арестован главный военный комиссар области Пискун. Уволен прокурор Настяк. Уволен Антонюк, начальник госавиаслужбы, ставленник Коломойского. Уволен Кучук, советник главы областной государственной администрации. Возбуждены дела по незаконной приватизации против сотрудников обладминистрации и облсовета. Уволен советник главы ОГА Резник, который незаконно завизировал документы, связанные со строительными работами в области. Или вы очень-очень наивный человек, или вы меня держите за дурака. Иначе мне не понятно, что под носом, нелегально, вы подписали это, благородство, руководство с богатыми, и даже не заинтересовались, что там могло за этим стоять. А за этим стояло, что пошло 1,5 миллиона гривен сюда, или сколько-то зашло и распределялось здесь в кабинетах. У Саакашвили за спиной. Я не буду просить, а у меня за спиной? И это называется антикоррупционная политика, и это называется контроль, и это называется администрирование, и это называется руководство. Во-первых, вы уволены с руководства поста там, или там, какого-то советника. Во-вторых, я хочу попросить прокуратуру и УВД заняться вот этим человеком. Какая у него была мотивация? Высокая. Что под его главное, когда меня не было в администрации, я ездил. Когда не было других заместителей в администрации, каким образом здесь это происходило? Между собойчика договорника тут не будет, все пусть знают. Прокуратура в тот же день начала служебную проверку незаконной деятельности. Идет уголовное производство по факту злоупотреблений служебными лицами Одесского припортового завода, а именно продажи продукции предприятия по значительно заниженным ценам и по незаконному выводу средств в пользу российских поставщиков газа. Раскрыта схема завышения цены госзакупок на Одесской таможне. Данные обнародованы 26 декабря 2015 года. Раскрыта схема разворовывания прибережных земель в селе Крыжановка. Вот все они члены семей. Руководство совета. Вот так по всей Украине. Однозначно мафия действует. Все сельсоветы Украины. Люди выбираются. Люди выбираются. Научились кричать, орать. Для того, чтобы населять все земли. Расхватывать все земли. Не осталось земель. Они все совета, все горсоветы Украины наполнены ворами и жульниками, которые начинают своих семей переписывать земли, а потом пытаются шантажировать людей, которые этим противятся. Закончилось. Завтра же начнутся первые посадки. И увидите. Лично подал заявку в антикоррупционное бюро на проверку своей деятельности для опровержения клеветы. Ведется расследование по санитарной службе морского порта, задерживавшей грузы по надуманным предлогам. 8 января из-за непогоды отключено электричество в 107 населенных пунктах. Саакашвили создал штаб и руководил устранением аварий.
создано 27 бригад. Саакашвили лично объезжал районы. Все неполадки были устранены за сутки к концу 9 января. Новогоднюю ночь 2016 Саакашвили провел в блиндаже с бойцами 28-й Одесской отдельной мотострелковой бригады в паре сотен метров от позиции противника. Приехал в Мариуполь проведать воинов Одесского батальона «Шторм», которые несут там службу. Выложил видео для обличения чиновников Минобороны, которые не создали для военных достойных условий несения службы. Генерал лорд Кипанидзе добился, чтобы на некоторых постах установили биотуалеты, а новый руководитель национальной полиции взяла ситуацию на контроль и дала соответствующее распоряжение. Саакашвили пообещал исправить хотя бы часть тех проблем, которые за более чем год не были решены руководителями силовых ведомств. Посетил таможенный пункт Кучурган на границе с Молдовой. Констатировал наличие проблем тяжелых условий работы пограничников и таможенников и, главное, многочасовые очереди, которые особенно тяжело переживать в холодную зимнюю погоду, так как негде укрыться от холода, снега и дождя. Вначале то же самое было и в Грузии, пока с подачи Саакашвили не были построены современные КПП и таможенные пункты пропуска. Вот что бывает, когда главные руководители не крадут и другим не дают. Теперь подобные сооружения будут построены в Кучургане. Харьковская мэрия не разрешила организаторам антикоррупционного форума размещать информационные таблички в метро, поэтому Саакашвили решил сам туда спуститься, чтобы информировать жителей города и пригласить их на форум. Борьба с коррупцией и эффективные реформы – основные инструменты, с помощью которых Саакашвили борется с заржавелой системой государственного управления в Украине. Многим такая активность может показаться лишь пиаром. Но в отличие от большинства украинских политиков, у Саакашвили за спиной есть реальные результаты работы. Он вывел из феодального состояния Грузию, развернул активную деятельность в Одесской области и теперь пытается возродить всю Украину, превратив ее в процветающее европейское государство.